Календула – это не только декоративный цветок, а еще и очень мощное лекарственное средство, которое поможет от многих болезней. В нем содержится очень много эфирных масел, дубильных веществ, витаминов, полезных кислот и фитонцидов. Самая широкая сфера применения календулы – это лечение болезней желудочно-кишечного тракта. Но в комплексе такое средство поможет омолодить все внутренние органы, улучшить зрение и остановить его падение, нормализовать работу печени, почек и сердечно-сосудистой системы. При запорах нужно 2-3 дня пить перед сном смесь настоя календулы и апельсинового сока. Заливаем 3 столовые ложки цветков половиной стакана кипятка, настаиваем, процеживаем и добавляем сок одного апельсина. При воспалении кишечника настой календулы можно делать для постановки клизмы, а чай из календулы поможет справиться с изжогой и поспособствует усвоению любой пищи. Он отлично восстановит работу всего желудочно-кишечного тракта, улучшит функции и процесс регенерации печени, восстановит желчный пузырь, нормализует работу сердца. Делается чай очень просто. В заварник засыпаем столовую ложку соцветий, заливаем пол-литрами кипящей воды, настаиваем под крышкой в течение 15 минут и выпиваем около 100 мл вкусного напитка 3 раза в день. По желанию можно добавлять плоды шиповника, семена фенхеля, соцветия ромашки, сухие или свежие листики мяты, мед, сахар и лимонный сок. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.